Это продолжение. Скажешь что-нибудь? Здесь плавают утки. Вон они крякают еще. Вон они крякают. Вон они, правда, далеко. Вон их как много. Кря-кря-кря-кря. Мы нарушаем самоизоляцию. Мы, короче, вернулись сюда спустя 2 года. Тут все заросло. Ой, они к нам плывут, смотри, как они прям плавают. Каким-то столбиком. Видишь? И нету, зачем увеличиваешь. Вот так вот. Надо было палку взять эту, селфи. Опять не взяли. А потом бы телефон улетел в воду. Он же воды не боится, ничего страшного. Удочкой бы это вытащили. Капец, от крапивы повырастало, ее не было. Давай, иди. Главное тут не упасть об эти дурацкие ступеньки. Я всегда вот так вот и спускалась. Вон там тоже кто-то ходит. Камыши. Камыши растут, их раньше не было. Здесь вот хоть поставили доски, кстати. Удобнее стало. Что, я еще снимаю. Вот этот церковь тут все. Непонятно что. Все, выключаем.